Алло, это вас из Чудинова беспокоит? У нас тут напряжение скачет, электричества нет. Есть у нас столбы. У нас трансформатор старый. 73-го года уже. Он уже там. Я говорю, трансформатор старый у нас 73-го года. Как, сколько нас? Нас тут четверо. Куда пошел? Алло! У нас тут холодильники текут! Что ли? Давай. Выручай. Беда у меня. Чего? С чего, чего? Что может быть? Маринка, конечно. Опять? Сейчас. Муся, останься. Куреев сторожи. Ты быстрее ходить умеешь? Нет? Что у вас здесь? Сейчас притащу. О, соседи! Алло! Не смотри на него. Опять какую-нибудь гадость ляпнет. Я что, в журнале-то вычитал? Оказывается, холостые мужики на 7 лет меньше живут, чем женатые. Вот такое вот открытие. Погодь. А что получается? Если вы, к примеру, в этом годе или в следующем коньки отбросите, значит, у меня еще 7 годков в запасе. Данюк, 7 годков! Ты лучше покрепче держись, долгожитель. А то вот брякнешься, Таньке потом из-под тебя горшки выносить. Что ты меришь-то? Чтоб у тебя язык отсох балабол. Давай-ка, заканчивай. Обедать скоро. Ага. Интересно, а как это она делает? Загадка. Слушай, а может она горная, а? Так сама бы спустилась. Логично. Что теперь смотришь на меня? Страшно? Стоит! Все, трави веревку! Иди сюда. Господи, Маринка, сволочь ты, рогатая. Мое терпение, я говорю, лопнуло. Осенью вот заберут меня, дочка с зятем, а тебя в расход. А, тебя 3 года уже забирают. Забрать никак не могут. Не могут. В этот раз тут... Иди сюда. Точно заберут. Дачу достроили, а сторожа им дешевле все равно не сыскать. Дешевле? Да ты, что ли, дешевле, Леха? Не смеши. Ты, если сразу не помрешь, так сколько крови выпьешь. Ого-го. Интересно, а чего это я сразу помереть ты должен, а? Гриша, ты не каркай. Ты дурака из себя не корчи. Перемена обстановки. Знаешь, как на организм действует? О,
далеко ходить не надо. Он с Озинова Мария много прожила, пока в город забрали. А он эти купчихины сразу окочурились. Причем оба. Ой, ладно, молоко с куриным пометом-то не мешай купчихинам. Купчихинам 90 было. Они свою норму перевыполнили. А дед Ваня? Хватит агитировать меня! Сказал, уеду, значит, уеду. Да вали. Вали давай. Здорово, отшельники. Я гляжу, вы тут еще ковыряетесь, не вымерли. Типун, тебе на язык-то. Так я же лучших побуждений. Питаю, так сказать, иллюзии. Какие еще иллюзии-то? Я вот верю, что одумаетесь и рванете отсюда к чертовой матери, поближе к цивилизации. Обещаю каждого лично перевести бесплатно. Зачем тебе? Да нам и тут хорошо. Здорово. Да вам-то хорошо. А мне вон одни убытки. У меня одного бензина сколько сжигаю. Я что, меценат? А цивилизации да где хоть? Да хоть где. Вон, например, у нас в городе. А, понятно. О! Коль, сколько? 500. Танюк, 500. Поставь. Ой. Поставь, говорю! Ага. Так, держи. Какие 7 лет, Санек? У тебя год-то за два идет, не меньше. Завидуешь? Я? Кому? Че, вот ему ты завидуешь. Он мужик-то семейный, и баба у него имеется. А вы не пойми что. Ну-ка, ну то здесь два. Сань, пойдем-ка! Ага, да. Ой, до пятницы! До свидания, тетя. Пойдем, пойдем! Ну, ты слышал, нет? Ну, мы же все бабы зло. Мужикам от них одно мучение. Все воины из-за них начинались. Чего тут далеко ходить? Васька вон Косматова, помнишь? Он же два раза из-за бабы стрелялся. Из-за смазливой мордочки с ногами и выменем жизни себя лишать. Вол. Тебе свезло, Гриша. Ты у нас бобыль. Бобылем помрешь. У меня, он, почитай, 40 лет. Изо дня в день. На дыбе распинали. Врагу не пожелаешь. Мы покоряем космос. Следующая остановка. Ух ты. Куда? Как? Куда трансформаторную включить? Да сиди, без тебя включат. Да не включат. Включат. Не включат. Да там замок, а ключ только у меня. Ну, давай, одна нога здесь, другая там. Дай, я быстренько. Куда без штанов-то? Погоди, не включай! Не включай! Погоди! На Колзане двойной перегон. Не, я не буду. Лет 30 назад я бы спрашивать не стал. Если что, надо и кулаком. Ну, ты же меня знаешь. А потом включай. Едем как-то Женькой Грибом на колгонном деле. Там у Белой Валки вот это вот спуск и поворот, и обрыв. Летим мы, значит, этого обрыва. Долго летим. Но это мне тогда показалось долго. И главное, я думаю не о том, что сейчас разобьюсь нахрен. А то как же танка-то без меня? Хозяйство вести будет. И же гвоздя не бить. Корову-то задержали. Сено вот сколько заготовить надо. Детишки опять же малые. Смешно подумать, и же.
Я даже успел подумать, кто из наших, деревенских, на мое место. Видимо, тогда я и понял, что она хоть и баба, а человек мой в жизни очень даже значимый. Я ж для нее, я ж ей, это ж, и, да я ж, а я и сейчас телевизор включу. Это ж... Слышь, Сань, а? Что хотел сказать? Генератор с трактора отдай, а? А он все равно стоит, ржавеет. Бери. Не жалко. Танюха! Саня! Сань! Эй! Ну что, я жду, жду. У вас тут фейерверки. Этот, я вижу, готов, что ли? Не, его током шандарахнуло. И похоже на совсем. Да ладно тебе! Яу, Санек! Ау! Кажись, помер. Что делать будем? Не знаю. Его надо в землю закопать. Зачем? Народное средство. Чтобы весь ток из него в землю ушел. Ну, я же говорил, что ему кабану будет-то? Вот эта девчонка светленькая рядом с Татьяной стоит. Это дочка, что ли? А кто ее? Столько лет не приезжала. Но похоже, она. Интересно, Свет.
заберут с собой Таньку. Нужна она им там больно. Ничего, порежут колбасы на поминках, поплачут да разъедутся. Взял, бочку испортил. То действительно будет электричество? Будет. Бесперебойное? А то как же. И много его будет? На два холодильника хватит. Эй, только на два холодильника? Ну да, мне и Татьяне. Погоди, а я? Ты что сегодня уезжаешь? Вот ты будешь там у своего зятя на даче холодильник сторожить. Точняк. Забыл. А, пассатижи положи. Да ладно тебе, машинально. Машинально. Пол инструмента моего у тебя машинально. Ага. Ага. Здрасте. Здравствуйте. Завтра 40 дней. Приходите. Саньку поменим. Все никак не привыкну. Вот кажется, сейчас... сейчас... войдет. Суп по привычке в большую кастрюлю варю. Вы не который в телевизорах не разбираетесь? Вчера что-то щелкнул в нем. Сначала захрипел, а потом раз, замолчал, не разговаривает. То картинки двигаются. Так это вон Гриша может посмотреть. У меня что-то тоже сломался. Так вон пришел, постучал там что-то, покрутил и все, запоказывало. Просто прелесть. Ладно, Татьяна, я... мне вообще идти надо. Моя скотина рогатая, все. В огород целит. Капуста хороший лист дала. Так вот такие скотины будут. Жалко, просто сожрет. Пойду я, Таня. Спасибо, что пришел. Да ну ладно, о чем ты?
Слышь, ты возьми что-нибудь Санькину на память-то. Спиннинг Санькин бы я взял. А, вот хорошо. Сейчас. Да, там еще эта сумка такая черненькая, демонтированная, с блёстными. Гриш, ну глянь-ка, что тут подойдет? А, оно? А, да чини, чини. Спасибо, Гриш. Да не за что. Слышь-ка, может, ты тоже что, Санькину на память возьмешь? Положено так. А что это за штуковина такая? Генератор. А. Гриш, еще что просить хочу. Не прешь как-нибудь? Поросенка не зарежешь? Ты погодила бы хозяйство разрушать. А что мне годить-то? Ну вот что мне годить-то? Мужик мой больше не объявится. А что мне одной тут поросенок-то? Ему ж по два ведра в день жрать подавай. Гриш, откажешься, я Леху попрошу. Леху? Третий год козу свою зарезать не может. Открою в обморок, шандарахнется, потом его еще откачивай. Так придешь ли, нет? Приду. Когда? А когда надо? Ну, вот, ну спей, нехорошо было бы. Я и тушенки наделаю, и банки закатаю. Ну, успей, не так, успей. Thank you.
Куда ж ты по огороду-то? Тварь ты деревянная! Скотин! Гриша! Лови ее! Иди сюда! Ой, куда ж ты, где твой? Погоди! Стоять! Возьми топор. Иди сюда. Руби! Не по-людски как-то. Руби, сказал! Может, не надо, Лёх. Что ты встал? Какая глобля! Сказал руби, значит, руби! Стоп! Погоди. Совесть есть? Я спрошу, у тебя совесть есть? Вот посмотри на него. Ты видишь, ему ведь ни хрена не стоит тебе башку отхреначить. Гляди на топор! Покажи топор. Видала? Вот так-то. Еще хоть раз. Поняла? Поняла, я тебя спрашиваю, душа твоя сатанинская. Да поняла она, поняла. Последний раз я ее в тушенку закатаю. Ну все, теперь в огород можно калитку не закрывать. Не войдет. Но она слово дала. Напрасно смеешься. Между прочим, у животных, знаешь, тоже память есть и инстинкт к самому выживанию. Чё ты ржёшь-то? Чё пришёл? Да я это, я... А, понятно. Ну, пойдём. Слушай, Гриш, я тут чё прикинул? А что, если нам с тобой наши огороды объединить? Так сказать, коллективное хозяйство, колхоз, только свой собственный. Так, ладно, ну что тут у тебя за манера, Гриша? Все время все отвергаешь. Ну да слушай до конца, я же как-то аргументирую к тебе, ну. Вот и сбил меня. А, ну вот, к примеру, картошка, да? Я ты копаешь, я собираю. Лёха. Ну, хорошо, ну... Я копаю, ты собираешь. Я к чему веду, да, слушай? Сделано в два раза больше, а вот этих вот телодвижений в два раза меньше. Понимаешь? В результате спина целее, здоровье крепше и жить как-то повеселее. Ну чё, ты готов. Ну, чё скажешь на это чё? Да иди, я потом замету. Опа! Чё это вдруг-то? А чё нет? А, ну я понял. Значит, дело серьёзное, давай. Сейчас я метну чё-нибудь на стол. Ну, чё ты приволк-то? Давай, говори, чё? Да я, Лёха, вроде как бы к тебе за советом. А, ну так чё, чё, Гриш, давай. Ну? Я вот подумал, может мне сойтись с Татьяной, а? Вдвоём как-то полегче. С какой Татьяной? Ну, у нас вроде как она одна, с этой. Ну, сойтись, вдвоем-то полегче. Ты что, поджениться захотел, что ли? Ты что, ты же сам предложил, что вдвоем полегче. Я вообще-то нам с тобой предложил.
нам. Ты чё, Иуда, меня на бабу променял? Ты никого не променял. Ух, ну ты и харя, Гриша. И что, согласна? Согласна, я спрашиваю, вот это вот кобыла? Быстренько у вас как срослось-то все. Саня, ты еще и гнить-то не начал. Да ничего у нас не срослось, я к тебе первому пришел. За советом я ей слова еще не сказал. Я ей слова не сказал, я к тебе первым. Я ей что-то не пойму, а ты ей что это? Осенью вроде как взять, усторожить дачу собираешься. А сейчас про коллективизацию, это как понимать? Да вот как хочешь, так и понимай. А я, может, передумал переезжать. И вот, может быть, тебя, дурака, жалко стало. Всю жизнь в бабулях прожил. Как только баба освободилась, сразу жалом заводил. Осмелели, я смотрю. Дурак ты, Лёха. Я, может быть, дурак, только вот тебе, Гриша, а не Татьяна. Понял? Я сам к ней пойду и сосватаюсь. И захотел со мной огородничать, тут будешь один лямку тянуть. А если хозяйство объединю... Моя коза и ее поросяток, мы так заживем, ты сдохнешь от зависти. Один будешь гор... Да такого балабола, как ты, ей на дух не надо. Ага. Ага. У нас в бабьем вопросе опыт побольше, чем у некоторых. Я их в молодости, между прочим, как орехи колол. И сейчас еще присиле нахожусь. В языке твоя сила. О! Вот тебя Бог ты и наказал! Он не Тимошка, видит немножко. Ползком! Ползком! Ничего, ничего, смейся, смейся. Мы еще посмотрим, кто последний ржать будет. Ага. 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 Ага, нога! Топ отсюда! Гриш, ну, куда отсюда? Здравствуй, Татьяна. А ты чего так нарядно-то? Фу, разве это наряд? Так в чулане валялось. А чего медальки-то нацепил? Так они тут и висели. Сама от неохот была. Пальцы-то уже не слушаются. Нет, пальцы слушаются. Просто сама от неохота была. Ну, ладно. А, в общем, дождливо сегодня. Давление. А ты ж пришел-то? Так или по делу? А я так. Я так мимо шел. Думаю, дай к соседке зайду. Спрошу, что да как. Ага. А, может, если что помочь, так я с радостью. Да я, слава богу, пока справляюсь. Ну, знаешь, Санька, как говорил, что я за мужик такой буду, если без бабых щей не проживу? Это он имел в виду, что он без меня прекрасненько обойдется. А я вот сейчас сама с тобой рассуждаю, что я за баба такая буду. Если усядусь, сопли распушу и буду ныть, как корова недоенная. Ну, это да, это да. Вот он, поди, сейчас смотрит оттуда на меня и смеется. Ну, как тебе тут одной без мужика-то? О! Держи-ка, на. А я бы ему, Гриш, так ответила. Живу себе, Саня, и хорошо живу. Сама себе хозяйка. Когда хочу спать, ложусь. Когда хочу, засыпаю. Когда хочу, пообедаю и поужинаю. Никто на душе не стоит. Нервы не трепет. Ну-ка, дай-ка. То не так, то этак не так. Тут какое кино по телевизору понравилось, такое смотрю. Ни ругани, ни нытья, ни упреков. Главное, по ночам никто не храпит. Спать не мешает. Благодать. А ну-ка, разойдись.
Ну и погодка. Ой, льет. Я слышу, тебе телевизор-то еще работает? Ну, ты Гришка-то починил. Я тебе скажу, хреновенький из него вообще телемастер. Да ладно, че? А у меня опять сломался. Да ладно, брось. Я тебе говорю, в раз и звук пропал, и изображение. Погоди, что он и у тебя скоро сломается. То, что у Гришки, я говорю, руки не от этого растут. А он вообще к тебе по-соседски-то захаживает хоть? Ну, тут что-то заходил. А? Владец. Беспокоится, значит, за соседку-то. Че заходил? Просто так или по делу? Да я что-то не поняла. Знаешь, принаряженный такой был. Угу. Я говорю, заходи, Гриш, дом-то. А он что-то так помямлил. Пробручался себе под нос, как всегда, и ушел. Так-так. Я чего, собственно, пришел-то, Татьяна? Я ведь хотел, ну, праздник у меня сегодня. Да ты чего, какой? У тещи моей. Александре Федоровне сегодня вот ровнёхонько 90 лет. Лёх, а? Ну какой ты, а? Да сколько лет-то прошла, ты все помнишь? Ты как же такую женщину забудешь-то? Предлагаю отметить сие знаменательное событие. Ты тоже хорошо ее знала. Да ну что, сейчас что ли? Да перестань, Тонь, мы же как рюмашки, по чуть-чуть. Помянем. Ну, по чуть-чуть, так по чуть-чуть. Ты пока я на стол соберу, пойди-ка за Гришкой сбегай. Пусть тоже с нами посидит, помянь. День добрый. Ну, что ты там под окном шарухаешься? Давай, заходи. Так я просто хотел посмотреть, дома ты или нет, а если нет, что заходить? А я вон Алексею как раз и говорю, пойди за Григорием сходи, а ты вот как раз самый лег на камине. Ага. Так я это, я на секунду. Только спросить, я завтра в город еду, может, что прикупить надо в магазине там или что? Да проходи, садись. В аптеке. Леш, что ты там прячешься-то? Рюмочки с рвантика достань, а? Ну, чё, давайте-ка. А где бутылка-то? Какая? Ну, так это...
А, сейчас. Во! Санькин, на Колгарин, целебная. А что сегодня за праздник-то? Так что, не сказали, что ли? О, Лёшкин, ну, чёще-то? Сегодня 90 лет было бы, юбилей. 90 лет? Да ты что? Лёха-то, сколько лет прошло, он не забыл. Я уж, бывает, знаешь, забегаюсь, про мамкин день рождения забываю. А он, глядь, не забыл. Вот это зять, вот это человек. Ну, давайте помянем и... Вы что, сдурели, что ли? Ну-ка, дайте ему маленькую. Ну, царствие ей небесное. Я все детство просвистел. Всю школу просвистел. Всю армию просвистел. И на работе еще всем свистел. Свистун. Я, между прочим, и с Людкой со своей покойницей, я через это дело познакомился. Ну, батя у меня уже тогда не ходячий был, ему ногу-то отняли. Девчонки из медпункта приходили, ну и уколы ему делать через день. А Людка как раз устроился на работу. Ну, я потом как выдаст? Говорит, а ты ничего, говорит, девка, жопастая. Прям так ляпнул. Жопастая, говорит, девка. Подвох, Таня! Подвох! Лёх, тихо, тихо. Он тут что-то... Лёх, ну молчи-ка, сядь-ка. Чё ты разорался-то? Да он щемитит чего-то тут. Да заткни, тебе говорю. Гриш, ну сделай ещё разок-то, ну покажи. Слабо ему. Давай. Давай, мы посмотрим. Ой. Вот и все. Да тихо, ты. Ты не поедешь, Таник. Гриша. Меня милый проводил, я на изгородочку, а долго-долго любовал, понимаю походочку. Ну чё, по домам? Да. Лёшка, стой-ка, ты не упал. Стоять. Зараза какая. Ничего, я ветряк поставлю, лампочек понавешу. Не деревня будет, а гирлянда. Мечтатель. Слышь-ка, Гриш, когда в город-то пойдёшь, ты к брату зайдёшь, у тёть Маруси рецепт почерёвка спроси, а? К брату зайду, рецепт принесу. Ну все, я пошла. Да. Ой, не могу, ну пока. Пока. Руку убрал. Индей. Свистун.
Братуха! Ты чего не позвонил-то, а? Галька, ты на работе, я отпросилась быть. Ну, я просто не думал. Я думал, что, ну, как бы... Это что у тебя? Это я ветряк хочу в деревне поставить, чтобы электричество было бесперебойное. Понятно. Это вот эти тапки не надевай, а то сноха, значит, скулить будет. Скажет, опять ей грибок, видите, занесли. Вот эти надевай. Ты голодный? Да нет. Хорошо. Помни, ты знаешь, холодильник открыть стыдно. Петрушка да кабачки. У нас теперь, знаешь, как в армии. Каждый со своей ложкой. Бойкот инфекции, полный ЗОЖ. Чего? Это здоровый образ жизни. А, пойдем. Я хотел купить свинину. Говорит, нельзя, жир. Яйца, жир, сметана, жир, масло, жир, пиво, жир. Вот так вот живем обезжиренные. Баба Марусь, смотри, кто к нам. Ой, смотри, спит. Глухая, как тетерев. Телек вырублю, проснется показать. Не надо. Парадокс. Не надо, не надо. Пускай пойдем на балкон покурим. Пусть посмотрит. А мамкины пироги помнишь? С картохой. Яйцо с рисом, с луком, да? А ты в лесу вспомни. Пойдешь, грибы. А? Брусника, клюква. Нынче-то есть грибы? Да. Может, приезжать, набирай хоть ведро, хоть два, хоть три. Гриш, да это ж так просто ностальжирую. Нахрена мне твои грибы? Вон, пошел на рынок, купил каких хочешь. Шампиньоны, вешенки. Тогда просто так приезжай. Родины же давно не был. Ну да, давно. А чего я там не видел? Три дома, сарай да бани. Родина. Ты, говоришь, только не обижайся. Ты позицию мою знаешь. Живешь там у черта на куличках. Как на необитаемом острове. А жизнь? Жизнь-то она ведь мимо тебя проходит. Ведь какая жизнь? Слушай, дай мне нормальную сигарету. Ты вот скажи мне, ты когда-нибудь японскую еду пробовал? Нет. Вот. А мои ее прямо на дом заказывают. Японскую, Гриша, на дом. Ее надо палочками есть, но я так это руками прям, ну как проще. Знаешь, какая она полезная? Сколько в ней йода? Для щитовидки полезно. Я... А что твои грибы мне? Да не, я что пришел? Я хотел с тетей Марусей пообщаться. Иди пообщайся. Тетя Маруся! А я думал, ты... Тетя Маруся! А че, конечно, такой? Да? Вляпался. С разбег. Ты ж ключенький, Люся. Узнала. Слава тебе, Господи. Ты один приехал или с батькой? Батька мой уже лет 20 как на кладбище лежит. Забыла, что ли? Приедешь домой, передай привет и матке, и батьке, а тетке Марусе. Скажи, тоскует очень о деревне и в следующем году собирается приехать. В этом году вряд ли получится, потому что ноги болят, кости ловят, а вот в следующем году приеду обязательно. Скажу. Передам обязательно. А вам привет от Татьяны Лопаревой. Танька Лопарева. Ага. Она просила узнать рецепт почеревка. Чего? Рецепт почеревка! Ну, а мой дом стоит в деревне? Стоит. Ну, тогда точно я приеду в следующем году. Девушка, билетика лишнего нет? Нет. А у меня есть? Нет, спасибо. Вить, я пойду.
Все, бывайте здоровы. А я помню рецепт. Давай, бери бумагу и пиши. Гриша, слушай, у Гальки на работе вахтер увольняется. Они нового ищут. Работенка, во. Ты переезжай. Они в общаге комнату обещают. Только не отказывайся, подумай. Спасибо тебе, Витя. Спасибо. О, здравствуй, Алексей. О, здравствуй. Ну, я гляжу, ты занят. Я в другой раз зайду. Да ну перестань, я там так ремонтик затеял подколотить. Что случилось-то? Я вот уж перестановку затеяла, а серванта сама-то передвинуть не могу одна. Поможешь? Так, сервант, ну, запросто. Пойдем, сейчас передвину. Вот зараза такая. Две любимых рубашки сожрала и наволочку. Ну что, в притирку? Да, в притирочку. Ну что, Тань, все? Лешка, ну уж раз пришел, ты, может, шифонерку еще передвинешь? Шифонерку? Ну. Где? Ну, вон. Фанерочка. Родная, поехали! Раз! Тащи, тащи, тащи! Тащи, ржать, Таня! Эльма! Открыто, Гриш, заходи! Здравствуй, Татьяна. Здравствуй, Гриш. Ну, как тетя Маруся-то? Ничего. Рецепт принес? Да. Ты спросила. Я как обещал. Забыл. Забыл. Ага. Помнил и забыл. Жалко. А? Жалко, говорю.
Слышь, Гриш, послезавтра успение. Поросенок-то ждет, придешь? Ну, раз ждет. Кормила. Чё? Да нет, ведь рубистов-то не кормят. Рубистов. Да. Гриш, ты погоди-ка, я в дом пойду. Сейчас, родная, сейчас я тебя направлю. Держи. Что случилось-то? Да Муся что-то беспокоится. Что так надрывно-то? Не знаю. Лёшка, что случилось-то? Зараза. Можно иди домой, курей сторожи! Стой-ка! Вот он, давай! Ну что ты глазами хлопаешь? Отодвинься к стенке! Опа! Зараза рогатая! Давай я! Да не надо, я сам! Лёшка, осторожненько! Сволочуга! С тобой по-человечески сходишь, кормишь, лелеешь! Пойдем домой. Все. Я тюрю твою сделаю, любимую. Давай, постарайся. Их, поехали! Ой, зараза! Молчи сейчас! Только молчи сейчас! Лёшка, может, веревку притащить? Тащи! Я быстренько! Ты бушлат прихвати! Ага!
Гриш, на-ка. Вот так. Лёшка, бушлату держи. А ну-ка. Вот так. Все, есть. Иди сюда. Иди, зайка моя, иди сюда. Давай одеваться. Татьяна, твоя веревка-то выдержит? Да слона выдержит, не сомневайся. Ну, давай это, тащи. Давай, давай, давай. Пошла, 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 пошла. Давай. Сейчас, Мариночка, сейчас мы хорошо. Тихо. Опа. 4. 5. Давай, мой хороший, давай, мой милый. Потерпи-ка, мой хороший. Сейчас мы тебя вытащим. Лёха, ты как? Маринка, ты как? Вы что творите? Живодеры! Вы же сейчас чуть не... Слона выдержит! Кого послушал, дурак? Бубу! Ты, Гриша, куда смотрел? Ты на веревке пялишься? Мы же с тобой вот так вот, с пеленок. Мы с тобой всю жизнь вместе. Такие друзья были. Вот змея стоит промеж нас. Двум мужикам из-за бабы миру не хватает. Сказать же, засмеют! Зачем она тебе нужна? Ну зачем? Какой вот прок от нее, польза? Какая ты свой бабе век отжила? Мужа схоронила! Живи, радуйся, что портянок не надо стирать! И трусов сраных! Таких еще прелестей надо! Сколько лет по соседству выживший-то? А я не знала, что ты такой придурок. Thank you.
Так, чай кончается, упаковку. Это не с этим? Не с бегемотом? Не. Давай, сосиски хорошие у тебя. Давай, штучка, 6. Да ладно, бросай. Здорово тебе, Гриш. Арбуз мне свесь. Далеко собрался? До города довезешь. Ты что туда? На неделю собрался, что ли? Как получится. Может, она всегда. Ну, а хозяйство как? Как-нибудь. Мытья машину. А тетка Таня-то где? Не ждать ее, нет? Подожди, сбил меня теперь. Ну, погуди еще. Татьяна! Татья, прости, я тебе тут грязи натоптал. Татьяна! Таня! Татьяна! Гриша.
Я и Гриш. А? Нормально все. Два ребра и сотрясение, остальное в порядке. Жить будет. Спасибо тебе, Колька. Спасибо. Ну ты что? Спасибо. Ты сам-то куда? Сейчас. Я? А вот этот вот заяц будет со мной, нет? Нет, я не буду. Конечно. Нет, я не буду. Почему нет? Ты же вся в деда. Я не буду, конечно. Я себе берусь. И порежь хлеб. Ох, распустил. Вот распустил-то у меня бы. Ох, ох. Сигу так покомандовал. А вы знаете, я и не против. Пусть думает, что главное. Ну, ты хитер. Поговори, поговори. Иди зови. И кого зови? Кого-кого? Друг своего, дядю Гришу, кого еще? Попрощаться же надо. Смотри, еще какие точки. Еще посмотри, какие точки. Да, зайчка. Ну и что, сидим? Да ладно, Катюх, он вон там, видишь, с ветряком возится, ему сейчас не дано. Поссорились, что ли? Ну почему вот сразу мы поссорились? Ничего мы не ссорились. Ну иди зови тогда. Давай. Сейчас приду. Мам, можно мы с Гошкой сплаваем за тот поворот? Немедленно плывите к берегу. Мы сейчас рыбы наловим и приплывем. А я говорю, к берегу, мам, рыбаки. Кувары. Что за наказание-то такое? Вадик, а ты что молчишь? Оставь ты их-то в покое. Мам, они что, рыбаки? Можно? Ну ладно, ну прости меня, дурака. Говорил тогда всякой дури от обиды. Понимаешь же прекрасно, что все от стресса. Если Маринка тогда не провалилась в эту яму чертову, будь она... Если ты напоследок пришел покаяться, да? Специально приперся, чтобы душу успокоить. Резкий ты, Гриша. Ну, ладно, ладно, все. Простила тебя. Можешь катиться на все четыре стороны. Да не поеду я никуда. Куда мне ехать? Вон Катька. Папа, что ты тут будешь делать? Тут скучно. Там тебя сена накормят, обстирают, обгладят. Ага. Ага. Задницу еще подотрут. Ну, кто быстрее? Ну, давай. Нельзя мне отсюда ехать. С кем я там ругаться буду? Потом с Маринкой что делать? Что, ее резать, что ли? Жалко. О, ничего себе! Вон ояривает, а? Ну что, мир? Нам, Леха, мириться теперь на троих надо.
О. Что-то Колька не по графику. Здорово, Робинзоны! Пятница вернулась! О, вот теперь полный комплект. Надо бы встретить. Да обойдется. А, ну да, обязательно надо встретить. Кстати, чего у него там было? Сотрясение мозга? Что-то интересное. Вот что здесь может сотрясаться? У тебя ничего. Здорово, мужики. Как же я рада. Чему? Да сама не знаю. Просто рада и все. Дед, деда! Смотри, Маринка плывет. Так! Кто ее на плот посадил? Стоять, скотобаза! Вот как это она делает? Стоять, скотобаза! Мое терпение лопнуло! Крыша, что ты стал? Мотор и ружье тащи! Я ее пристрелю! Тормози! Зараза рогатая! Попробуй мне только утонуть! Да погоди ты! Ну куда вы смотрели? Так наш вот бить первые! Лёх, давай я ниже по течению! Лёх! Дед-то у тебя еще ничего. Вот как она это значит? Прочитай-то, шевели маслами! Лёх! Вот она, скотина! Скотобас! Да подожди, Лёх! Я тебя не вижу много лет, без видимых причин. Не хватает наших зимы лет, твоих морщин. А время не ушло, стоит в синях, покорно ждет меня. Ангелы поют на небесах, твой покой, мой покой храня. Я что-то слышу, ты где-то рядом, как дождик по крыше, как шум листопада. Каждое утро солнце в окошко, робко стучишься ты, робко стучишься ты. Я листаю ночью карты звезд, как твои дорог. А задать тебе простой вопрос хотел, не смог. И давно не знаю, что просить у верховных сил. Тебя из сердца отпустить, как-то я вовремя забыл. Я
где-то слышу, ты где-то рядом, как дождик по крыше, как шум листопада. Каждое утро солнцем в окошко робко стучишься ты, робко стучишься ты, робко стучишься ты.